На ближайшей сессии будут внесены изменения в 4 законодательных акта, которые приняты в нашей республике в отношении депутатов. Не просто депутатов, работающих на постоянной основе, но и всех депутатов. С тем, чтобы они отчитывались о своих доходах, о своих расходах. В случае, если не своевременно отчитаются, то они будут покинуть ряды Государственного совета.